Жесткое ДТП в Сургуте сегодня днем. На улице Майской иномарка сбила велосипедиста. По предварительной информации, с места мужчина пересекал проезжую часть по зебре, не спешившись. Водитель Креты по каким-то причинам не сумел затормозить. Удар был довольно сильным. Об этом свидетельствуют серьезные повреждения кузова иномарки, а также то, что пострадавший самостоятельно подняться не смог. На место приехала бригада реанимации станции скорой медицинской помощи. 51-летнего велосипедиста госпитализировали в больницу с подозрением на переломы и травмы головы. Все детали автоаварии установят дознаватели. С начала года в Сургуте произошло 145 аварий, в которых 2 человека погибли, 189 пострадали. В 2022 жертв аварий и травмированных было больше. С участием велосипедистов с января по 12 сентября зафиксировано 7 столкновений.